20 декабря в Униксе состоялся форум федеральной образовательной программы «Ты предприниматель Республики Татарстан». На 5 этажах пространства собрались будущие и действующие предприниматели, представители Министерства экономики, банков и бизнес-сервисов. Этот форум на самом деле уникальное мероприятие. Он проводится в рамках федеральной программы, которая проводится на территории всей России. Программа называется «Ты предприниматель». Конкретно в Татарстане она реализуется при поддержке Фонда поддержки предпринимательства и Министерства экономики Республики Татарстан. В рамках мероприятия прошли круглые столы, были подведены итоги образовательной программы. На форуме участники получили возможность детально ознакомиться со всеми нюансами предпринимательского дела. Сегодня в режиме реального времени наши спикеры выберут одного человека из зала, на примере которого покажут, как пройти от бизнес-идеи до реальной первой прибыли. В режиме реального времени была возможность зарегистрировать ИП с помощью новой программы от Сбербанка России. Здесь же можно было пройти тест на профессиональную пригодность к предпринимательству. На итоговом конгрессе «Ты предприниматель» мне хотелось бы получить насыщенную образовательную программу, которая касается развития предпринимательства вообще в отдельных регионах. То есть посмотреть, как вообще форум здесь проходит, да, в Казани, потому что здесь достаточно большой опыт, молодежь активно привлекается. Вот мне хотелось бы получить какие-то новые формы работы для того, чтобы использовать в своем регионе. В рамках программы «Ты предприниматель» в этом году было обучено около 2000 молодых предпринимателей республики. Сегодняшнего форума я жду, во-первых, положительных эмоций, заряда энергии на будущую свою деятельность предпринимательскую, а также знаний. Знаний от спикеров, которые будут выступать, и много новых знакомств. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз.